Доброе утро. У нас сегодня воскресенье. И мы идем на разведку. Нам зрительница, спасибо ей большое, написала о том, что здесь недалеко типа есть рыночек, но лучше даже не на рынок идти, а в магазины. Там есть обувный магазин, магазин одежды, Мигрос. И вот мы вышли. Я знаю, что рынок есть привозной. Он во вторник. Возможно, мы во вторник поедем, но не знаю пока еще. Пока идем. Я так себе, конечно, заскринила. Примерно понимаю, где. Но еще полдня. Вот, куда автобус, видишь, едет? Я думаю, туда. Я не уверена. Ну да, кстати, вот этот парк. Я выпущу видео, не знаю, может, это видео выйдет раньше. Мы искали парк. Вот тут написано парк, который я по карте смотрела. Может, дальше еще какой-то есть? Но этот я нашла. Там написано парк, а не сквер, не знаю. Уже жарко, да? Еще утро. А уже так подпекает. Не, 10, я думаю, еще нет. Посмотри, у тебя телефон. Так что ищем. Ищем и вам показываем. Если идти, допустим, да, через Кристалл, она сказала проходить. Вот там вот, вот это вот наш отель. Если с него идти, если вы приедете в Гидрос, вот сюда. Будет вам такая маленькая карта. Там светофор был вчера? Я не знаю. Может, был, но они тут же наплевать на светофоры. Ой, киса! Смотри, какое большое. Да. А петухи только у нас, как я понимаю. Ну это вот тут, это же зоопарк в парке. И в этом парке есть зоопарк, да. Я пока наснимаю видео, потом я сижу монтирую, я уже, честно говоря, путаюсь. Это Кристалл. Ага. Честно говоря, уже путаюсь, где такое видео, что я раньше выставляю, что позже, поэтому посмотрим. Там кто-то писал, я только что читала комментарии, что рыночек показать, но я так понимаю, сейчас там особо ничего нету, привозной во вторник. Не знаю, мы во вторник записались на утишубы. Не знаю, поедем, не поедем, посмотрим. Но если тут есть возможность пешком пройтись, то смысл ехать. И тратить свое время на эти шубы. Вот видите, тут тоже какой-то типа тренажерного, видишь? И свободно, охраны нету. Значит, это можно всем. Там же что-нибудь. Ну не огорожено же. Туалет. И спускаемся вниз. Там около 1.5 километра. Нужно будет пройтись. Да. А нам повезло. На море. И плюс к тому, что, скорее всего, на второй линии это общий пляж с разными отелями. Ну, бывает такое, что попадается, типа огорожена часть, но зачастую это общий пляж. Поэтому, ну, кому что нужно. Если кому нужно прям... Да, мне нравится первая линия, потому что можно в любое время. А, правильно, мы выходим на ту дорогу, где мы выходили там. Да. Ну, там же дорога. А куда ж потом? Я видела только прямо. По карте, боже. А бы не потеряться. Сейчас, ребята, будем искать. Ребята... Переходим дорогу. Тут никто не это. А. Идти надо по сторонам, все равно смотри. О, обмен валюты, смотри. А где? А где, интересно? А вон закрыто, наверное. Смотри, закрыто ж, да? Ну да. Вот, блин. Обмен валют. Ребята, пришли, такой условный центр, оттуда вышли. Тут еда еще продается. Ага. Это все ровно. А, позитивно настроено. Вот видите, тут такие магазинчики. Только все просыпается.
Ну, на машине уже 15 минут. Мы назад себя спросили. Видишь? Это узнать цены, отличия от того, что с нами там рядом. И вот, по-моему, обмен валют. Выносят одежды. Туристы садятся куда-то тут. О, вон то гранатовое вино, которое я смотрела. $10. Ага. Ребята, мы нашли. А, до остановки. Ого. Что-то еда какая-то. Ну вот, наверное, оно и есть. Видишь, такие мини-магазинчики. Да, вот обувь. Я тебе говорю о том, что мы нашли, ну сейчас мы идем в общем в играх посмотреть, что мы нашли, не нам надо с этими шубами ехать. В смысле, если ты сюда лучше приходишь, погуляешь. Аптека. Ты потратишь время на эти шубы. Все, мы нашли. Домашний текстиль. Вот, смотри. 7 штук, 5 берем. А чего 7 штук? А все, набор вина, смотри, какой классный. Все, мы скупляться будем здесь. Рюкзачки, видите? Стоматолог у них. Должен быть такой желтый магазин Мигрос, или сейчас какой-то другой посмотрим по карте. Видите, только выставляются, вымываются. Вообще никому не пристают. Ну да, туристы сюда тратят смысл. Мы нашли центр. Тут еще один перекресток. Надо посмотреть, надо нам переходить. Я просто не понимаю, в какой стороне. Есть он или нет. Мороженое. А вот Вайкики еще один. Мама, пошли. А он открытый? Это второй, ты сказал, здание. Вот это следующее уже. Он уже опытный. Да, Юса. Вот это, наверное, да. Желтенькое, нет, должно быть Мигрос написано. А-а-а. Это дальше, наверное, еще. Да, еще дальше. А открыто, нет? Десяти, не, еще закрыто, еще наверное. А чего не открыто? Просто проветривалось. 9.19. Надо сюда было позже прийти. 30 метров шубы вон. Вон куда они вели. Вон Мигрос. Не, Мигрос 9. Сейчас посмотрим. Подождите тоже. Ага. Ай-яй-яй. Там вон дорога тоже еще есть. Ну да. Вот тут мне. А что тут можно взять? Велосипед не надо? Нет. Это лиры цены, видите? Все, сейчас начнем. Вон де-факто, которая мне говорила вот девушка. А что тут не написано, со скольки он работает? Вообще глянем. О, люди выходят, нас работать пошли. Сейчас будет обзор. Все, ребята, идем обратно уже в наш отель. Чуть-чуть скупились, покажем вам в номере, что мы купили. И поменяла я лиры. Не все, конечно, доллары, что у меня были, поменяла. Вот там, если евро менять, то 6 получается, то есть евро больше. Ну, евро всегда больше, чем доллар. Теперь идем в отель загорать, принимать солнечные ванны. И после обеда пойдем еще раз, потому что там был еще один Вайкики, но он был закрыт. Спасибо огромной зрительнице, которая мне написала, она тоже была в этом гидросе, которая написала, как туда дойти, как туда добраться. И нам теперь легче. Да. И начнем. Не надо мне кружочек. И мы начнем этот шопиться, короче. А вот что-то синее, может это почта, а может то, я не знаю. Нет, там же какая-то огражденная эта территория была. Не, уже купили, спасибо. Так, вот видишь, тут тоже ничего не понятно. Там что-то есть.
кто-то увидит. Ну, может быть. Ну, у меня вот желтое было ПТ. Мы еще в БИМ магазине сходим. Мы еще делаем обзоры магазина БИМ, магазина МИРОС. Короче, все. Только надо идти после обеда. Когда уже немножко полуз. Да, и прогулка пройтись. И... Да, автобус нам не надо. Надо только рассчитать, что покупать, думать, потому что мы наберем и будет перевес. Я уже примерно понимаю, что я кому хочу привезти, что я кому хочу купить. Ну, будем, ребята, мы уже, можно сказать, дома. Сейчас буду переодеваться. Взяли вот в этом магазине. Кафе, фау, короче, я не буду читать. Два вот таких вот чая. Фустея попробовать. И мама взяла вот это, я так понимаю, это типа марципана или что такое. Да, это, ну, как типа марципан, вот даже написано. Марципан что-то 8 с копейками лир стоил, а вот это 2,50 я запомнила. То есть получается 5 и 8 с копейками, ну пусть будет 9. 14 лир вот это все стоило. Делите на 5,78 и будет вам, будет вам счастье. Сейчас еще покажу, я поменяла $50, что это получилось в лирах. Итак, с $50 одной купюры у нас получилось вот столько лир. Это вот по 1 лира, это по 25 центов. То есть 2,50, 5, 10, 200. Интересно, кстати, у них такие деньги с розочками. Красивые. Турецкие деньги 200, 50. Что тут? У них разные эти лица. 250. 265, 267, 50 лир за $50. Вот у нас получилось как-то так.